Здравствуйте, дорогие друзья. 6 марта. Капель. У нас сегодня пополнение на 25 голов. Купили мы новых куриц. Вон они, красотки. Эти белые чумазые вообще. Старые наши куры в шоке немножко пребывают. Петрович вообще какой-то на панике. Ну, осваиваются потиху. Молодняк вообще первый раз, наверное, ходит. Так-то они в клетке сидят. Покупаем мы всегда в одном месте куриц. Довольны продавцом. Вот, а этих старых будем потихоньку избавляться. Потому что несутся они не ахти. Вот эти серые. А белые куры несутся каждый день. У меня даже есть какая-то курица, которая несет 2 яйца в день. Такая вот она. Передовик производства, как говорится. Ну вот, наше пополнение. 25 штучек. И этих около 20, наверное. Где-то там они попрятались все. Вот. Как-то так вот у нас. Пойдем посмотрим, как наши хрюшки там себя ведут. Тихо, тихо, тихо. Паника. Пойдемте к хрюшкам. Сходим. Хрюшка. А, хрюшка. Чука. Чука моя, чука. Что ты? Чука отъедается потиху. Схуднула она так нормально. Подъели ее хорошо, поросята. Зита-гита. Продажные свиноматки. Отдыхают. Была охота, тут немножко воевали они. Ну как, они у нас обычно тихо, кстати, гуляют. Не так, как у некоторых там, рассказывают, палы взрывают. Все эти. Так, между собой что-то. Маша. Несменная Маша. Би. Бива после родов такая рыжая стала. У нее как, знаете, регенерация произошла. Такая шерсть у нее дорогая, богатая стала. Да, моя свинка. Прям она такая. И роды на пользу пошли. Машка, стерилизашка. Боба. Боба. Бабита. Бо. Ну, свинки наелись, отдыхают. И все хорошо. Шмамульки наши. Ну и наша мелочь. Наша мелочь. Это моя подружка Веслаушка. Вот это вот. Любит она чухаться очень сильно. А, вот мы кушаем. Вот мы лезем, скажи, да? Вот это. Едят, дерутся за еду. Хотя еды вроде и в достатке, но все равно. Поросята здоровые, активные. Ну, как-то вот так вот у нас. Все, всем пока. Всем хорошего дня.